Ну вот, за Луганским блокпостом больше наших нету, блядь. Ситуация, конечно, не очень, так что очень, к сожалению. Вот они простреливают дорогу плотно с минометов, артиллерия, гаубицы работают. На дорогу выйти не можем. Ну, как бы так пока. Ну, наша артиллерия тоже работает, слышно. Ну, такое. Не, я не вам. Это вот те машины, которые...